Тем временем в республике начался сев зеленого горошка, ячменя и овса. Об этом сегодня сообщили в Минсельхозе КБР. Ранее яровые культуры уже посеяны на площади более 1000 гектаров, а состояние озимых оценивается специалистами как хорошее. Одновременно на полях идет подкормка озимых и готовится почва под кукурузу. Слово нашему специальному корреспонденту Сафару Гириеву. Этот агрегат сразу 6 операций выполняет. И каткует, и планирует. И рыхлит. Повод для радости у тракториста СХП «Велес Агро» Хаути Итова есть. Новенький энергонасыщенный «Кировец» в комплекте с уникальными почвообрабатывающими инструментами пока единственный в Кабардино-Балкарии. Сколько тракторов и прицепной техники он заменяет? Правда, и стоит недешево – более 3 миллионов рублей. Но, как утверждают специалисты, затраты окупятся за 2 сезона. А это поля озимой пшеницы сельхозпредприятия. Пожалуй, на сегодня это самая лучшая озим в республике. Идет подкормка озимой пшеницы. Вот как вы видите, даже не подкормленная пшеница у нас зеленая. Это говорит о том, что мы в оптимальные сроки сумели завершить в прошлом году сев озимых. Она ушла в зиму хорошо раскустившаяся, поэтому особых проблем с перезимовкой пшеницы у нас не было. На полях работают 4 сеялки. День удобряет по 120 гектаров. Васса, Утриш, Колым, Вершина. Эти сорта озимой пшеницы выведены в Краснодарском НИИ сельского хозяйства. Они высокоурожайные и устойчивы к болезням и вредителям. После подкормки растения быстро пойдут в рост, уверены механизаторы. Законодатели рекордов и по колосовым, и по кукурузе, земледельцы Карагача, буквально на днях уже завершают подкормку озимых. Тесно увязывая агронауку с производством, они из года в год наращивают объемы зерна. А необходимость эта вызвана многоотраслевой инфраструктурой одного из крупнейших сельхозпредприятий республики. Здесь и птицеводство хорошо развито, а значит, необходимо упрочить кормовую базу. Сегодня карагачские растениеводы готовят растительную систему вдоль будущих кукурузных плантаций. Богатырская культура займет в этом году более 1000 гектаров. Сейф планирует начать в агротехнические сроки в конце апреля. Сафар Гириев, Анатолий Гирико, Вести, Кабардино-Балкария.